Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы вновь в гостях у Петра и Елены Поповых, владельцев 8 такс, у которых мы уже третий год снимаем интересные сюжеты с Викторией Сынгиной, ландшафтным дизайнером. Здравствуй, Вика. Привет, Андрей, привет всем. Да, я знаю, что ты опять в этом сезоне вновь возобновила работу у Петра. Я так понимаю, что у вас это переходит рандомно, непостоянно. Вы что-то сажаете, периодически что-то делаете, потом Петр вновь идет на работу, зарабатывает деньги и опять приносит тебе в клювики, и ты продолжаешь опять на эти средства продолжать благоустройство территории. Слушай, ну ситуация в прошлом году поменялась после того, как мы сделали дорожку, как ты помнишь, да? Да-да-да. И осушили участок. Петр был так впечатлен, что он взял кредит и сказал, даже так. И сказал, что мы весной сделаем абсолютно все. Вот. Но потом зима долгая, вот. Ситуация немножко поменялась, деньги были нецелевым образом потрачены, но все-таки я думаю, что в этом году мы окончательно сад достроим. Вот, то есть сейчас, на сегодняшний момент, основная часть озеленения будет сделана, вот можно сказать, что до июня. О, то есть прямо сейчас. Так мы же, да, мы на финишной прямой. Да, да, да. Я думаю, что в августе я тебя приглашу, и мы прямо увидим уже прям сад-сад. Когда уже все поднимется, да, заколосится, да, и уже будет... Да. Да. То, что нужно. Именно так. Хорошо, слушай, ну давай ты нам расскажешь. Я смотрю, растений очень-очень много, маленьких, больших, что-то из тех знакомых, которые мы привозили из Европланта, что-то ты, я смотрю, собрала тут свою какую-то личную коллекцию, что-то где-то выкопано, что-то где-то куплено, да, что-то поменено. Ну, мы посадили довольно большое количество новых кустарников декоративных. Мы дополнили плодовый сад. Я сейчас тебе все покажу. И посадили довольно много многолетних и злаков. И я думаю, что мы дополнимся, уже кустов уже никаких больше не будет, а будут только еще дополняться многолетние и злаки. В основном злаки, потому что их сейчас здесь недостаточно много, не в той степени, в которой мы планируем. Вот. То есть сад будет такой современный, со злаками, с луками? Он однозначно будет современный, он однозначно будет в определенной стилистике, да, вот, потому что современный сад, он же тоже может быть разным довольно-таки. Вот. Тут у нас, конечно, доминанту будут составлять те растения, которые мы посадили еще осенью 2020 года, да, то есть это березы, это елка, это рябины, поэтому, конечно, природность – это основной такой мотив этого сада, но все-таки некие украшательства, они будут присутствовать, то есть это все-таки не полностью сад природного стиля. Сейчас ты все увидишь, на самом деле. Ну, мне кажется, да, заказчики как раз, мне кажется, наоборот и любят, чтобы все-таки это было похоже не на природу больше, а на что-то такое более декоративное и искусственное. Ну, мне тут, кажется, знаешь, ты же все равно подстраиваешься под вкус клиента. Однозначно подстраиваюсь, но тут заказчики сказали, что они полностью доверяют нашему вкусу, поэтому, в принципе, можем здесь сделать абсолютно все. Это довольно нечастая ситуация, очень, которую все с трепетом ждут ландшафтные дизайнеры, да, вот. В данном случае, если бы еще бюджет был неограниченный, тогда, конечно, сад был бы несколько иной. Поэтому тут приходится несколько себя ограничивать в рамках того, что мы можем в этом бюджете купить из того, что мы хотели бы здесь посадить. Слушай, ну это поэтому хорошо. Тут некоторый, да, компромисс, а это всегда, любое средство сада, это всегда компромисс. Поэтому, в принципе, все идет так, как всегда идет. Как оно есть? Давай уже покажем. Давай уже покажем. Показывай. Значит, ну, пока вечернее солнце здесь, давай мы прямо вот здесь вот и расскажем. Да, это получается, мы с тобой стоим на дороге автомобильной, проездной. Здесь эркер дома. Там внутри дома здесь стоит стол обеденный. У нас хозяева участка очень гостеприимные люди, за этим столом часто собираются.
гости. Они сами всегда именно за ним и трапезничают. Поэтому вот эта зона, она, с одной стороны, проездная, да, то есть тут никто не гуляет, тут проезжают, останавливают машину и проходят. Но в то же время она важная с двух сторон. И с этой стороны, и с той. И вот эта клумба, она довольно... Я не могу сказать, что она прям очень узкая, но она продолговатая, вытянутая. И такие продолговатые клумбы, обычно есть определенные тонкости, чтобы их проектировать так, чтобы не было какой-то монотонности, да, и не было постоянно каких-то повторений одних и тех же блоков. То есть в этом смысле, мне кажется, что мы, в общем-то, добились такого эффекта, что по ней интересно гулять. Тут нет никаких повторов особых. Тут у нас наша береза, да, у нас еще появилась здесь сосна, она появилась в прошлом году, значит, это очень значимый для моей заказчицы подарок от очень близкого ей человека, эта сосна приехала совершенно крошечными корешками, и была очень большая вероятность, что мы ее не сможем выходить, но, слава богу, с ней все хорошо. Ну, выглядит шикарно. Да, эта сосенка у нас заняла очень почетное место. И среди кустарников здесь, которые играют как раз на такой природный стиль, это та же самая спира Евангута, мы ее использовали уже в этом саду, но в основном мы ее сажали в изгородь. Здесь она у нас будет как раз в пейзажном таком стиле совершенно. То есть мы ее практически не будем формировать, она будет расти, как она растет. Из нее где-то какие-то группы, а где-то она одиночная, то есть тут все вот как в природе. Где прибился, там и укоренился. Вот тут вот этот вот эффект такой хаотичности, но в то же время собранный в композицию, он здесь Скажи, у тебя чем-то сложился. Земля будет закрываться? У тебя будет какая-то, может быть, мульча здесь? Обязательно, да. У нас довольно большое количество мульчи. Оно уже завезено на участок, оно сложено вот там вот под навесом. И здесь будет обязательно все замульчировано. Ага, прекрасно. Да. В то же время здесь есть еще декоративно цветущие кустарники, такие как гортензия метельчатая, да, причем это большой сорт, это, по-моему, ванила фрейс, это да, всеми любимый такой, да. Да, куст. Значит, чем он хорош, что он очень хорошо держит ветки, они не ломаются, то есть это жесткие хорошие ветки, это очень... пышное, красивое соцветие, такое очень богатое. Мы осознанно, мы могли бы поработать с каким-то более природным обликом, да, где стерильные цветки совмещены с фертильными. Мы не стали этого делать. То есть это такая вот богатая роскошь, которая будет прямо в окно смотреть. Здорово. Это такое, это хулиганство, конечно, да? То есть если прямо вот чисто играть, ну, работать в природном стиле, мы, конечно, совершенно другие сорта должны были выбирать, но вот... У нет, нас ну это все любят, фьюжн, да. Мне кажется, еще никто от ванилы фрейс не отказался. Нет, ну как тебе сказать, у меня, например, в саду ее нет. Да? Честно могу тебе сказать, да. Потом у нас здесь несколько кустов сирени. Тут вот когда сажаешь у фасада, нужно очень четко смотреть, что у тебя с кровли. То есть если у тебя скат кровли идет в сторону клумбы, то в этом месте тебе надо сажать многолетние. Ни в коем случае тебе нельзя сажать кусты. Вот, например, мы зимой посмотрели, где снег падает, а где не падает, да, и вот там, где он падает, там кустов нет. Ага, вот. Вот. А вот видишь, вот тут, вот, например, конек, и тут у нас, пожалуйста, бамс, куст. И еще куст. То есть вот это вот очень часто забывают это учитывать, причем как специалисты, так и любители. Вот обращать, ну, конечно, да, на да, это да. Внимание, это очень важно. Мне бы не пришло в голову. Вот. И здесь еще кизильник. Самый обыкновенный кизильник, блестящий. Мы пока еще не знаем, будем все-таки мы его стричь в такие вот в плюшки, либо мы его отпустим на свободу и будем просто раз в 3 года, чтобы, ну, стричь, чтобы он держал какой-то определенный размер. Потому что, конечно, куст там 1,5 метра или 2 метра здесь не нужен. Вот. Мы сейчас посадили его тоже, опять-таки, распределив композиционно. А уж как он потом в итоге здесь будет формироваться, мы решим, наверное, только в конце следующего года. Пока это для нас самих загадка. Вик, скажи, я много да. вижу, смотрю, разных горшков с луком. Да. Вот есть такой лук, есть вот такой лук. Угу, угу, угу. Это что, это будет огород? Слушай, на самом деле его можно, конечно, кушать. Вот, и в то же время он используется широко, довольно-таки как декоративный. То есть мы его будем сажать как декоративный. То есть тут паникающий лук, шнит лук, лук
по-моему, слизун. Он цветет весь в разное время, да, и он даже выглядит по-разному. Вот, если честно, я не уверена, ну, что... Ну, вот этот кудрявый какой-то. Ты знаешь, что? А вот пришел... здесь есть прямо стоящий. Да, да. Слушай, вот, совсем другой. Вот этот пришел такой кудрявый. Я еще не видела, чтобы таким кудрявым был лук. Я подозреваю, что, может быть, его чем-то перекормили, и поэтому вот так бедняжку перекрутило. Вот он месяц посидит, и мы посмотрим. Возможно, он просто опять встанет обратно на место, как должен быть. Но это очень хороший сорт, поэтому мы все равно его сажаем. Будем наблюдать. Значит, я еще не видел садов с таким количеством декоративных даже луков. Это же все-таки... Нет, слушай, его можно посадить по-разному. Можно посадить просто рандомно раскидав, да, это просто будут такие вот куртинки. Он же цветет в основном в первую половину лета, когда многолетние, которые зацветают во второй половине лета, еще только совсем такие, знаешь, вот небольшие либо средненькие кочечки. И как раз лук этот хорошо работает в это время. Вот, поэтому можно просто даже не в композицию ставить, а просто его раскидать по всей клумбе. И это будет тоже хорошо работать. Сначала полюбоваться, потом съесть можно будет уже во второй половине лета. Ну, знаешь что, декоративный сад – это все-таки не про пожрать. Одно другого не отменяет, конечно, но мы об этом думаем, когда мы сажаем. Вот, мы все-таки сколотим Петру прекрасные грядки. Я думаю, грядки будут все-таки, грядки, да? Будут. Я думаю, что в июне мы их сделаем. И там уже будут пряные травы посажены. Ага, прекрасно. Но это уже будет немножко другая история. Я смотрю, хорошо, малинка пошла. Ой, слушай, малина вот пошла. Малинник разрастается. Да, да, тут уже на самом деле уже можно прорежать даже. Да, тут все хорошо. Тут осталось сделать какую-то ограждающую конструкцию, и будет вообще все замечательно. Причем я хочу тебе сказать, что в прошлом году, вот даже вот на... Сейчас видишь, да, по одной, по две ветки было в прошлом году на кусте. Ну вот это еще росли, да. А по факту были как раз тоже вот прошлогодние, а по одной, по две ветки. И собрался довольно приличный урожай. О как? Да. Ну, достаточно быстро. Приятно, когда что-то делается, и в этот год уже можно не только любоваться, но еще и что-то поесть. Да, так и было. Прекрасно выглядят наши березки на третий год. Мне кажется, даже подрос штамп. Они стали немножко выше меня. Ты уже который раз это говоришь. Да, но я хочу... Вот вижу, еще у тебя посадила какую-то красивую крупноцветковую форзицию. Да, это какая-то модная совершенно. Какой-то новый сорт. Кстати, я, по-моему, даже чуть ли не у Лены Поляковой в прошлом году покупала. Я схватила, потому что... Да, у нас был такой, да, в Евроатланте. Вот, видишь, цветки намного крупнее, чем обычная. И оттенок не такой лимонный, а прям в такой оранж уходит. И он у меня перезимовал... просто в горшке, а на улице, что, в общем-то, ну, обнадеживает, что с ним будет все нормально в грунте. Что не будет этого частого греха форзиции, когда она каждый год подмерзает по уровню снега. Ну, посмотрим. Слушай, я даже и не буду ее пробовать укрывать, пускай вот как будет, так и будет. В конце концов, что снизу обрастет. Вот, а теперь вот смотри, мы с тобой идем по той дорожке, которую мы снимали с тобой, как в прошлом году мы ее делали. Вот, значит, вот можешь посмотреть вот это место, где постоянно стояла в прошлом году вода, да? Воды вообще в этом году совершенно не было, хотя снега было безумное количество, как ты помнишь. Да. И мне Поповы просто писали, звонили. Вика, у нас нет воды, у нас совершенно сухой гараж, у нас все круто. Что-то не так, Вика, у нас почему-то в гараже нет воды. Приди разберись. Да. Да, в общем, все хорошо было. И вот мы, сколько, дня 4-5 назад мы уложили рулон на газон. Вот, но тут Лена поливает, как может. Вчера не могла, видишь, он чуточку подсох. Весна, видишь, такая очень сухая. Весна сухая. Очень ветреная и очень солнечная. Ну, совсем уже другой вид. Конечно. Да. Да, да. Причем ты видишь, да, как мы подняли. То есть у нас получается, что к дорожке он идет вниз, а потом у нас идет таким вот, как приподнятое тесто. Сразу другой вид, сразу такое более богатое ощущение. Да-да-да-да. Вот. То есть дорожка чуть ниже уровня газона, да, получается. Да, да. С этой стороны, кстати, то же самое, видишь, да? То есть оно вот так вот к дорожке сходит вниз, и потом... Ну вот это, кстати, интересный ландшафтный прием, который могут наши зрители, в принципе, воспользоваться. Конечно. Потому что мне бы не пришло в голову, что газон кладется чуть выше дорожек. Ну, мы вот сюда вот кромочки уже, конечно, выбираем. Ну, понятно, чтобы он не торчал, да. На замок, да, угу. Да. Потом, вот смотри, тоже только сегодня посадили, наконец, изгородь из туй.
Помнишь, да, у нас здесь должна была быть первая изгородь, которая должна высотой примерно вот так вот. Ага, да-да-да. Вот. Это что за сорт? Высокий будет? Слушай, я решила посадить здесь смарагд, потому что очень яркий, очень красивое переплетение хвоиночек, да, веточек. И здесь у нас получается такое очень теперь... уютная патио, у нас с этой стороны закрыта стеночкой, с этой стороны мы досадили там кустов, мы сейчас пройдем, посмотрим. И здесь прямо получается такой укромный уголок. Как ты видишь... Замечательные ругозы Ольги Щененковой. Да, посмотри, насколько она разрослась за эти полтора года. Просто увеличилась раз в 10, мне кажется. Там были же просто веточки. Да, она просто дивная. Значит, вот мы это патио сделали в ноябре, да, в ноябре. И здесь уже весной ставили стол, то есть тут уже оно, можно сказать, обжито. Да, когда это все еще прикроется тульями, здесь вообще будет замечательный уголок. Да. Я смотрю, что-то цветет еще. Слушай, ну цветут наши голубики. В прошлом году заказчики на перегонки с птицами пытались снять урожай. Они мне звонили, говорят: Вика, мы не понимаем, ягоды зеленые, потом вроде... А потом их нет. А потом их и нет. И так много раз. Вот, ну, в общем, мы нашли вора, вот, даже воров, вот, но как... Ну, конкуренция с птицами, да, это беда многих садоводов. Да. Вот, смотри, мы в плиты мощения посадили, видишь, тимьян. Да. Кошачью лапку. И там дальше у нас декоративный клевер. Вот можно пройти и посмотреть на это великолепие. То есть эти травы будут... Это вот свежая посадка, то есть тут ничего не замульчировано. Я так понимаю, что они будут заполнять вот пробелы между этим фрагментарным мощением. А вот ты в августе увидишь, оно практически все будет вот полностью ковром увито, плетено. Это все довольно быстро пройдет. Потом, смотри, мы нахулиганили. Мы посадили здесь пион, причем это крутой белый пион, очень супер-пупер голубых кровей, огромные белоснежные помпоны благоухающие, и он прям будет валиться на эту дорожку. Но дорожка у нас с тобой широкая, то есть когда он будет валиться, понятно, что мы его обойдем, да? Вот, но эта его... дорожка такая не столько функциональная, сколько декоративная же у нас. Вот оттуда с нашего патио прекрасно будет видно этот пион, причем он будет не просто перед носом, да? Там. А он будет как некая интрига, да, тут получается, что метров 6, то есть он будет прекрасно виден с одной стороны, причем виден немножечко под углом, что тоже добавляет интриги. А так как цветки очень крупные, то все равно это будет видно, и видно очень хорошо. Какой-то клевер тоже интересный, я вот, смотрю, это, вы посадили. Слушай, Dragon's Blood, кровь дракона. Угу. То есть у него, видишь, скоростинка лист, необычный такой и лист, он цветет красный, да. Вот этим Dragon's Blood мы всю остальную часть дорожки все зеленили. Слушай, ну мне очень нравится эта идея, потому что когда я видел вот эти вот фрагментарные мощения в газоне, это было неудобно и скучно, потому Почему что неудобно? Надо перешагивать газон, неудобно идти. А вот это вот мне нравится идея, потому что эта тропинка не для хождения, а скорее для любования. То есть ты идешь и любуешься, как вот в японских садах. Аккуратненько что-то перешагивая и разглядывая. Слушай, я считаю, что просто та дорожка для одного, а это для другого. То есть я не считаю, что та лучше, а это хуже или наоборот. Потому что ту мы делаем обычно заподлицо, и если на участке газонокосилка робот, она просто бегает по этой дорожке, даже не замечая. То есть нет проблем. Потом смотри, мы посадили жимолость. Съедобную. Ты видишь, да, что для нее довольно мало места. Нас это вообще не смущает. Почему? А потому что, ну, ничего страшного. Что вырастет, то вырастет. Что захотят поесть, то захотят. Ну, это тоже, как правило, жимолость, как известно, тоже съедается птицами в первую очередь. Ну, ты знаешь, кстати, вот у меня такого опыта не было. У них все-таки ягодки в глубине листиков. Я не замечала, чтобы у меня, например, там же на моем участке, у меня несколько кустов жимолости, у меня ни разу не было, чтобы объедалось. Может быть, на каких-то объедается, но посмотрим, что будет здесь. Вот. Я о другом, что, видишь, не обязательно иметь какое-то большое место, чтобы посадить какой-то ягодный куст. Ты можешь посадить его где угодно. Во-первых, просто как красивое растение, да? Ну, понятно, что если по остальным особенностям участка, оно подходит, да? Вот, к этому месту. И, соответственно, ну, вот пойдет оно немножко туда, ну, ради бога. Пойдет оно сюда, ну, ради бога. То есть не обязательно там 2 на 2 квадрат какой-то, куда ты это посадишь. Вот посадил как есть, и все.
конце концов, эта дорожка, здесь никто не будет ни с тачкой проходить, понимаешь, да, ни на машине проезжать, ничего страшного. Вот, кстати, наши яблони прекрасные, да, вот это в прошлом году не цвела. Вот я смотрю цветки. Да, вот, все, уже цветки, это вот обе яблони, две сорта на одном. А та цвела в прошлом году и плодоносила, вот та, которую мы прошли, я, кстати, забыла тебе показать. Вот, с ней все хорошо. Вот, смотри. Фонари. Да. Какие-то очень красивые. Да, очень красивые фонари, причем мне еще очень сильно повезло. Они совершенно не входили в бюджет, абсолютно, и на них объявили скидку 50%. Да. Вот для чего еще нужен ландшафтный дизайнер, потому что... Потому что, да, потому что он знает, когда да, и где да. могут где и когда скидки, да, найти да. со скидкой. Если вы своего ландшафтного дизайнера холите, лезьте, он эти все скидки принесет вам и будет счастлив, что у вас на участке появились такие прекрасные фонари. Вот, вот здесь тоже все сажается прямо сейчас, да, вот прямо сегодня. Значит, мы здесь досадили парочку сиреней. Мы здесь сажаем черноплодку, чтобы она закрыла вот этот прекрасный фасад да, сарайчика. Вот. И мы решили здесь сделать такой вот небольшой декоративный цветничок, потому что все-таки здесь такое местечко, которое должно быть уютненьким, да? Ну да, я так понимаю, здесь будет мангал планироваться или да, чаша, вы да, что-то хотели? Да, здесь будет обязательно мангал, и здесь будут максимально прижатые к бортам какие-то скамейки, потому что патио все-таки, да, к сожалению, маленькое. Небольшое. Да. Ну, как и участок сам. Да, да. И смотри, здесь у нас, мы долго думали, что здесь будет, да, все-таки хотели, очень хотели злаки, но мы понимаем, что они, ну... злаки. И... Вика, давай пригласим в кадр хозяйку. О, давай. Елена, идите Елена, к нам. Идите к нам. Скорее расскажите, потому что уверен, что нашим зрителям интересно не столько наш рассказ, сколько ваши впечатления как владелицы. Да, да. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, да. Андрей. Да, очень рада заново увидеться. Да. Я тоже очень рад. Смотрю, что у вас преображается постепенно участок с каждым днем. Преображения вообще настолько великолепные. И как я уже сказала нашей дорогой Виктории, что я говорю, Вика, вы представляете? Говорю, я теперь каждое утро буду смотреть в окно и посылать вам лучи тепла и благодарности. Представляете? Говорю, вы каждый... Я говорю, желаю, чтобы вы их чувствовали. Потому что это вообще настолько вот это все великолепно. И все, и главное, все настолько продумано, все аккуратно, и мне очень нравится вообще, вот я сама также отношусь к своей работе очень ответственно, вот, и Виктория все это делает с такой любовью, и, в общем, это просто чудесно. Слушайте, ну, мне кажется, это очень важно, когда да, клиент и ландшафтный дизайнер восстановится не просто в одном бизнесе, как заказчик и, да, и работник, а просто да. друзьями, и вы на одной волне, вы друг друга да. понимаете. Да, да, да. И поэтому, да. собственно, да, обе довольны результатом. Поэтому, да, мы очень рады, да, что, в общем, так мы с Викторией, да, сдружились. И, в общем, вот у нас такое родилось. Нравится красивое. Ли вашим собакам? Восьми таксам. Наши собаки вообще в полном вообще восторге, особенно от травки. Особенно маленькая собачка Серафима, которая появилась относительно недавно. Вот, и в общем для нее как-то так это все заново, вот эта трава, потому что, ну, какое-то же время там сначала был снег, потом был сразу грунт. То есть сначала грунт, потом снег, да. потом опять грунт, да. и тут она... Она просто, она вот, ожила. Так вот, она вот нарезает вот так вот круги, просто как сумасшедшая. В общем, мы оценили стадион. Да. Стадион так можно да, тренировать, да. как на футбольном ну, поле футболистов. Все точно так, да-да-да. У меня, главное, да, сын, когда приехал, увидел, он сказал, мама, а почему у нас футбольное поле? Оно же одно туда растет, другое туда, одно туда, другое туда. Оказывается, футбольные поля, в общем-то, также, видимо. Покрывают. Конечно, да, искусственным газоном. А вот у нас и молодой человек, который, в общем-то, в принципе, готов заниматься здесь футболом. Очень жалко, что ты уже переоделся, да, так что, в общем, вот у нас сегодня был последний звонок. Здрасте. Ну, в общем, не хватает только у нас Петра. Да, Петр у нас сегодня очень активно работает и допоздна, да, поэтому, в общем-то, вот. Нет, я бы тоже сегодня работала, но вот поскольку вот... У молодого человека ну, праздник. Ладно, да, мы вот тогда это... не будем вас угу. отвлекать, а мы еще немножко да. пройдемся. Да, Вика конечно, похвастается да. своими достижениями. Да.
Вот, мы сейчас прервались на том, что здесь, я не знаю, помнишь ты или помнят зрители, что мы говорили о том, что здесь у нас будут лаки. Но я подумала о том, что действительно патио очень маленькое, и как противопожарная безопасность, все-таки, наверное, не надо здесь сажать злаки. У нас были долгие дебаты, что же нам делать, и пока дебаты закончились ровно в тот момент, когда мы увидели вот этот сорт роз, совершенно прекрасный, потрясающий. Это роза ругоза, сорт сувенир де Трелеш. И Трелеш. В общем, как-то. Трильяж. Трильяж, да. В общем, погуглить эту розу, она совершенно потрясающая. Я ее показывала коллеге, говорю, посмотри, что мы выбрали. Она такая, пион, пион. Я говорю, какой пион? Это роза. В общем, здесь будет совершенно потрясающая роза, как пион. Но, как ты знаешь, пионы цветут 2-3 недели, а эта роза цветет в июне и цветет до заморозка. Многократно цветущая. Да. Поэтому прекрасно. Тут прям, как говорится, лучше не придумаешь. Ну, главное, что здесь же не будет никаких вот скамеечек с этой стороны. И роза не будет впиявливаться в спину сидящим. Не будет впиявливаться в спину. Да, вот это самое главное. Или, слушай, знаешь что, можно специально поставить скамеечку для какого-нибудь... почетного гостя. Да, для почетного гостя. Или провинившегося. Вик, я все смотрю на шикарную грушу. Я-то все никак не дождусь груши себя на участке. На моих северах на грушах еще только почки просыпаются. Так. А тут я смотрю, просто все усыпано цветами, да, на такой вот маленькой двухлетней игрушке. И ты помнишь, да, как в прошлом году, сколько мы, какую мы обрезку жесткую довольно-таки сделали, да? Да, былиночка какая-то да? была. И вот вторая груша, вот на ней примерно столько же. Вот, и сорта у нас, по-моему, Велеса и просто Мария. Ну, Велесу я, кстати, больше никому сажать не буду, потому что очень сложный сорт, он почему-то очень плохо укореняется у нас и очень плохо себя ведет в Ленинградской области. Что-то я не знаю. Вот пускай нам зрители скажут, может, у кого она хорошо себя ведет, но у нас реально вот у меня на объектах вот, по-моему, у меня все плохо себя ведут. У меня даже просто Мария с прошлого года, по-моему, не отрастила ни одной новой веточки. Ну, не знаю, что сказать. Так, так что тебе надо было? Нехороший я человек. Ты думаешь? Ладно. Так, вот что ты хотел меня спросить насчет груш? Скажи мне. Я так понимаю, что будет вот все эти цветочки превратятся в грушки, скажи мне. Ты знаешь, ну, дерево само сделает регуляцию. То есть, естественно, что вот тут сколько? Тут, наверное, штук 15, да, бутонов. Понятно, что 15 груш не будет, да. Что-то просто не завяжется в принципе, а падет. Что-то завяжется, то есть с 15 может быть завязывается 7, да, угу. И потом еще там 2-3 опадет, а там груши 3-4 здесь останутся. Но давай мы проверим с тобой это в августе. Хорошо, да, приедем как раз на груши. И посмотрим. А сейчас давай прям посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Слушай, да, 15-16. Потрясающе. Вот и посмотрим. Потрясающе. Вик, ты знаешь еще, сердце у меня болит за амурский бархат. Который да мы сажали, жив ли он и подрос. Слушай, может, проверим, как поживает. Подрос я тебе не обещаю, честно могу тебе сказать. Вот, но он жив. Пациент, скорее, все-таки жив. Да, а ты помнишь, да, что у него довольно поздно раскрываются почки? Тут у нас с тобой еще посажен такой полутени, то есть тут после 4 солнца нет. Поэтому сейчас с тобой переходим в зону теневую. В сумеречную зону. Да, сумеречную. Вот он, смотри. Слушай, все. Да. У него прям уже все хорошо, у него почки все-таки распустились. Я говорила, что распускаются, распустились. Ну, я теперь понимаю, что все-таки, наверное, боятся, что это дерево, как на картинке, вымахает 20 метров. Нет. Опасения наши напрасны. А мы же сразу имели в виду, что оно в нашем климате, если будет 4 метра, то это будет успех. Ага, и прекрасно. Это будет очень не скоро. То есть мы будем очень долго наслаждаться процессом. Ну, деревце будет небольшое, с раскидистой кроной, и да? оно как раз немножечко зонирует участок от соседей. Ну, тут еще лист очень красивый, да, помнишь? Да, лист очень красивый, ради него сажают, у него же еще, возможно, будут и цветочки, если оно определится с полом. Ну, давай подождем. Я думаю, в этом году оно даже и не подумает на эту тему. Угу. Ну, глянем, всякое посмотрим. Бывает, да? Хорошо, ну что, тогда, наверное, мы наш рассказ по участку на этом завершаем. Ну, давай, вот можно было бы еще пройти в самую переднюю зону, там, где теневой садик приветственный. Хорошо, давай. Пойдем?
посмотрим, что там. И, Вик, я от тебя все еще жду приглашения на наш объект, который мы показывали нашим зрителям в Белоострове. Да, я тоже очень хочу. Да, Баскервилль-холл случился, и он прекрасен, я хочу тебе сказать. В этом году мы там будем делать только некоторые работы по благоустройству. В прошлом году мы вот то, что в планах было, мы сделали до конца. Посмотрим. Все, тогда следующий объект, который мы будем снимать, Баскервилль-холл. А сейчас мы посмотрим, что происходит у Петра на фасаде дома, вдоль фасада. И я смотрю, что вы еще облагородили зону, которая прилегает к улице. Ну, попытались, по крайней мере. Да. Ну, мне кажется, это даже хорошо. Это долг каждого, мне кажется, живущего человека облагораживать не только собственную территорию, но и придомовую. Да. Согласна. Хорошая тенденция. Я смотрю, ты здесь посадила еще и папоротники, и купальницы, и очень миленькие незабудки, и какие-то еще, я смотрю, злаки. Да, слушай, тут такая зона, солнце рано-рано утром, потом дальше оно заходит за дом, целый день его нет, и потом оно уже под вечер сюда возвращается. То есть это прям для таких растений, которые прям, ну вот, очень теневыносливые, либо тенелюбивые. Вот. А в то же время мы все-таки посадили здесь гортензию, потому что она вполне справляется с условиями, когда рано утром солнце, и уже во второй половине дня после пяти у меня были прецеденты. Я знаю, как именно этот сорт растет в таких условиях, как лошадь. Да, трехметровые гортензии, вот эти Vanilla Phrase, очень словно режутся, я тебе хочу сказать, если они режутся спустя 10 лет свободной вегетации. Вот. Я, конечно, ну, тут мы не будем такого беспредела допускать, вот. Но они тут, в общем, как бы, ну, нормально они тут вырастут, с ними все будет хорошо. Значит, что мы тут сделали? Мы выкопали незабудки, причем это, кстати, незабудки необычные, они сортовые, но это все равно незабудки, которые сеются. И мы просто их вот так вот рандомно рассадили, кроме вот этой зоны теневой приветственной в то же время, еще в других местах участка, чтобы они просто, чтобы завести их в саду. Да. Потом они дальше все сделают сами. Да. Потом у меня таким же образом посажена здесь аквилегия, белая, махровая, очень красивая, современный сорт. Она тоже рассажена вот в теневой зоне, ее задача насеяться. И вот то, что говоришь, теневой злак, значит, это у нас ожика лесная. Очень красивый злак, который прекрасно себя чувствует в тени, превосходно растет. Но вот мы его посадили, как он пришел. На самом деле, я думаю, что мы его сейчас обрежем, прольем, чтобы он заново выпустил новые побеги, потому что, по-моему, его после зимы не успели обрезать в питомнике и привезли нам его в несколько таком каком-то подгулявшем виде. Это надо исправить. Вот, в общем, потом... здесь вот такой чудесный палисадничек. Да, тут еще весь купальница. Тут два сорта купальницы. Одна больше в лимон уходит, другая больше такой золотистый оттенок. И тут у нас еще манжетки. Манжетки тоже сортовые, очень красивые и очень-очень долго цветущие. Если обрежешь, они сразу цветают второй раз. Это вот которые нарастают крупным кустом, они как полевые мелкие. Да, 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 да. Это именно они. Вот. И тут еще была лапчатка, которую Лене кто-то посадил. Лена не знала очень долго, что с ней делать. И мы ее просто группками такими расположили. Но опять-таки из уважения к подарившим. Ну да, да. Вот, да. Вообще, конечно, я лапчатку в этом саду не очень вижу. Я лапчатку вообще, честно говоря. Вот. И мы бы ее убили бы. Но нельзя обижать. Нет, ну всегда, мне кажется, надо считаться друзей хозяев участка. С друзьями, которые что-то дарят, и найти место в своем саду, в том числе и до подарков друзей. Слушай, ну, на этом, я думаю, Вик, мы закончим. Приедем, когда ты наведешь здесь полный блеск, порядок, шик, когда поднимутся все посаженные растения, когда все будет замульчировано, и созреют груши. Да, кстати. Да, но в следующем, надеюсь, вскоре мы поедем в Белоостров и посмотрим... Собственно, что там сделано в Баскервилль-холле. Я так понимаю, что там бюджет побольше, ну и, собственно, наверное, и похвастаться есть чем. Там другой сад совсем в принципе. Так что тут даже... Так что смотрите канал Европлант Лайф. С вами был я, Андрей Смирнов, и ландшафтный дизайнер бюро Гринс Виктория Самгина. Всем пока!